Предстоящий осенний призыв обсуждают в областном военкомате. Он начнется уже с 1 октября. Военкомы рассчитывают, что пройдет он не хуже весеннего. Во время предыдущей кампании ряды вооруженных сил республики из нашей области пополнили 2000 солдат. За столь качественный отбор молодых парней Министерство обороны оценило Южно-Казахстанскую область. По итогам весеннего призыва 2012 года Южно-Казахстанская область определена одной из лучших областей и наиболее направлена наиболее качественных и наиболее здоровых призывников. Наибольшее количество призывников направлено по всей Республике Казахстан из Южно-Казахстанской области. Должны были установить видеонаблюдение, в которых некоторых районах, во многих районах еще не установлено. На совещании военкомы попросили у представителей акимата установить во всех районных призывных пунктах камеры видеонаблюдения, что позволило бы полностью контролировать весь процесс прохождения призывником медкомиссии и чтобы избежать случаев с коррупцией.